Ну, в Сосновоборске на сегодняшний момент одна из самых высоких в крае обеспеченность детскими садами детей старше 3 лет. То есть старше 3 лет у нас обеспечено 95%, 4-5-6-летки обеспечены 100%. Поэтому по конкретному вопросу надо разбираться детально. Возможно, там имеют как бы место некоторые ошибки, либо недопонимание в формировании очереди. Можно подойти ко мне на личный прием, мы прямо на месте посмотрим очередь и выясним. То есть расставим точки над «и». Вторник с 16 до 18 каждую неделю. Если уж совсем горит, можно в любой день, в принципе, я на работе каждый день.